если выбьем в топ, это будет просто пиздец. Короче, слушайте. Still run away, break hearts, save the day, restart. Be the way so dark, can't you see what's going on? You just lie so long, can't deny you're wrong. Feeling nigh all gone, I just wanna go alone. I'm just trying to prove that I'm the best. I don't do it for the money, for the cause, or for the chest. I got way too many people trying to put me through the test. I'm just feeling really good about myself without the rest. What you say, what you say, what you feeling? Coming back home slowly. What you say, what you feeling? So baby, let me know how I lost control. Чуваки, если вы будете репостить альбом, я буду очень благодарен. Репостите, на всякий случай, я сделаю конкурс, 100% сделаю конкурс репостов на 1050, наверное, сделаю. Репостите. Кому интересно, добавляйте ее в плейлисты. И потом, на стримах в дальнейшем я еще буду информацию. Я сделаю об этом где-то отдельно пост, скорее всего. На самом деле я там даже пасхалки оставлял, там в конце вот, допустим, этого трека есть. Вот. Блять, всем спасибо огромное, кто поддержит. Я просто, блять, несказанно как рад. Просто огромное вам, блять, спасибо. Спасибо строго, спасибо большое. Вот это-то я вроде спойлерил. Есть Spotify, ребят, бендлинк есть. То, что на другого артиста упало, похуй. Потом изменим. Поздравить вас с выходом вашего альбома. Спасибо. В общем, я надеюсь, что он все будет хорошо, и вы будете счастливы и довольны выходом этого. Я пиздец счастлив, доволен. Я сейчас просто хочу, чтобы вы были счастливы, потому что не знаю. Давай споют, да можно спою для вас? Давай. Вебку включить.
Блять. Во мне литра водки в доле. Хочу все по. Я просто в честь. Все, хватит. Сука ебаная, все, пока. Давай. Лёх, он в честь выхода твоего альбома нахуй набухался, чтоб ты понимал. Нормально. Да бля, Динай, потом разберемся. Это сейчас, ну, не ультра пиздец. То есть, я скажу об этом. Вот он, появились все линки, что на YouTube Music. А что не так? Тут есть все. Здесь все, блядь, собрались. Но здесь трек, он такой же идентичный. Я как бы не буду, блядь, политик, конечно. Это такое, знаете, чтобы... Хасанить в потоке лететь, блядь. С пацанами чисто. Это не Bass House. Сам свои треки скипаю. Да я их, блядь, слышал пиздец до хуя раз. Я заебался их слышать. Sometimes it feels like I'm just walking on an endless road, like I got somewhere to go. Sometimes I'm feeling scared, but I don't wanna walk alone. Your hands. Опа, блядь. Вгоним Кизару куда? Здорово, Ланджерс. Мой любимый трек из этого альбома, наверное, Castle. Типа, в него пиздец эмоции вложены. Ну, наверное, прям пиздец. Ну и Love Me. Два последних трека пиздец. Два последних трека разъёбы нахуй. Вот этот трек пизде очень давно написал. Мне обещали коллабу с Еленой Темниковой под этот трек. Решил похуй, типа. Лена, call me if you want. Но он чисто без звуков. Без вокала. Если кто хочет вокал записать, блядь, пишите. Да, я запущу визуал обязательно. Обязательно сделаю. Спасибо огромное. Спасибо огромное за поддержку. Чтобы мы смогли поддержать. Это что, это кто, блядь, это Кубик Кубик, что ли? Или кто? Чё за хуйня? Почему... Там трек...
319, блядь. KBPC, блядь. Блять, как я рад, несказанно. Блять, почему перебиваете? Спасибо огромное. Спасибо огромное. Очень, очень приятно. Сейчас историю ВК нужно записать. Ой, ВК, говорю, в инсту. У меня вышел альбом! На стриме прям. Вот, заходите, слушайте, свайпайте. На все площадки выложен. Блин, пожалуйста. У меня вышел альбом! Да-да-да, блядь. Да-да-да. Я тебя поздравляю с выходом альбома. Наконец-то, блядь, кто-то выпустил альбом, под который я смогу срать. Красава, очень. Бля, не без твоих шуток, Ром, не без твоих шуток. В смысле шуток, бля, нормально. Вот под это, блядь, под ту-ту-ту, блядь, срать сейчас иди. Главное, ебашь я очередями. Блядь, сука, он у меня и тут достанет. Да, Серёж. Да ты ушел. Что такое? Пошли. Пошли. Пошли, это Ильи, он надоел уже. Согласен. Он везде, он у меня на втором мониторе и здесь. Пойдем, пойдем. Здорово, а? Ладно. Короче, трек, знаете, как первоначально назывался? На свай. Блять, я надеюсь, все Абу будут под этот трек танцевать, блин. Абу есть тут? Короче, вот, ну, блядь, я уже не могу, нахуй. Вот этот трек, это вот это, блядь, разъёб, нахуй. Сука, как погромче. Бас-бустит сейчас еще сделаю. О, блядь, бас-бустит. Let's go. You say you love me when you are alone. But when you are fine, you don't need my love. I have to stop going back to you. Back to you. Back to you. You say you love me when you are alone. But when you are fine, you don't need my love. I have to start going back to you. Back to you. Back to you. You say you love me when you are alone. But when you are fine, you don't need my love. I have to start going back to you. Back to you. Back to you. Say you love me when you are alone. But when you are fine, you don't need my love. I have to start going back to you. Back to you. Back to you.
Бля, мне кажется, то, что нормальная тема будет сделать под ТикТок вот эти, знаете, замедленные треки с ревербом, типа, с эхо. Да. Я, короче, перешел по ссылке Spotify, типа, там есть твой альбом, но когда я нажимаю на Exile сверху, ты перекидываем на другого исполнителя. Ну, эта проблема решится, это постоянно такая хуйня. Понял. Типа, то, что не тот артист. Понял, окей. Ну, типа, просто нужно потом, чтобы они переделали. Не волнуйся, спасибо, что волнуешься. Все в порядке. Вот этот трек, бля, хуй знает. Это поплакать. Tell me, babe, you wanna leave this town? I'm saying, love it if you wanna go on down. It's not that we were made for bigger things. This place keeps killing our dream. Let's go, love, I'm saying it's tired. I'm waiting, we can leave this whole place behind, yeah. Let's go, love, I'm saying it's tired. Спасибо, спасибо огромное, Вань. Спасибо, Вань. Написал фит? Давай, Вань, жестко, сделаем. I'm saying, love it if you wanna go, I'm down, right down. Cause now that we were made for bigger things, this place keeps killing our dream. Down, let's go, love, I'm saying it's time. The way that we can leave this whole place behind. Let's go, love, I'm saying it's time. Вы не представляете, насколько это сложно было прописывать. Это вам, суки, блять, не рэп биты, нахуй, в три дороги, блять.
Бля, даже вот пасхалки вот такие, типа, не знаю, кто не заметит. FX, типа, вот такой. Ну, короче, кто услышал, тот услышал. Блять, мне чуваки, мне коронавирус донатят, блять. Мы уже с тобой, блять, встретились недавно. Иди нахуй, ковид. Заебал. Не, слушай, альбом альбомом, а в Майнкрафте. Ну вот такая вот история, собственно говоря. Ну, блять, спасибо вам огромное. Все, кто сидели от начала до конца, все, кто ждали. Мой стеринг пишется через О. Мой стеринг. Гудизера малы вслед раз отправляем мне на мастеринг. Спасибо огромное, Вань, пиздец. Невероятно благодарен. Просто всем каждому, кто послушает. Не знаю, вообще я оппозиционирую этот альбом. Вот почему, ну вот какой смысл вообще обложки? Никакого нахуй смысла нет. В общем, блять, ебать, здоровый файл, пиздец. Секунду. Короче, вообще я позиционировал эту тему, то, что ну, сейчас выходит такой фастфуд мьюзик в последнее время, и как бы... Блять, это, конечно, будет очень громко звучать, но знаете, как вам это свежий глоток музыки, который, возможно, вы ну, не слышали никогда, и кто-то начнет интересоваться EDM-ом. Хоть это такой посредственный, на самом деле, EDM, это больше склонный к поп-музыке, к поп-звучанию. Вот. Ну, то есть... Роза — это олицетворение индустрии, как она сейчас, типа, сгорает и, типа, окружена цепями. Ну, не знаю, кому объясняю, просто мне хотелось, чтобы этот смысл кто-то все равно понял. Скажи чату, пусть альбом в предложку скинут. Да я не знаю, есть ли в этом скажи смысл, чату, они же не будут просто альбом постить. Альбом в предложку рифмам и панчем скинут. P.S. Я уже скинул ник в твоем чате. Каха-0, бля, там же должны были отмечать как сигнатурные треки, типа. Там, типа, знаете, вот эти звездочки, которые серии вы уверены.